Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в Монте-Карло. Ну, не совсем в Монте-Карло, мы с вами в отеле Монте-Карло, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Давайте посмотрим территорию, номера, как обычно. Напомню, что я занимаюсь продажей оформления туров. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Поэтому я снимаю обзоры, делаю вам понятную картинку. Занимаюсь туризмом уже достаточно давно, поэтому можете ко мне смело обращаться. По этому отелю Монте-Карло я видел много неоднозначных отзывов. Кто-то говорит классно, супер, кто-то говорит не очень. Вот поэтому решил все проверить сам и показать вам. Вот нас встречает сразу на входе отсюда такая вот красивая зеленая территория. Сразу отмечаю, что играет спокойная лаунж-музыка по территории уже сразу на входе, что уже задает тон хорошего отдыха, хорошего настроения. Это классно, когда и утром приезжаешь, когда вечерком, спокойно, сразу понимаешь, что ты заехал в релакс-место, и сейчас ты будешь отдыхать. Ну, на мой взгляд, это очень важно, друзья. Поэтому, не знаю, как для вас, напишите в комментариях, как вы на эту тему думаете. И заходим на ресепшн, сейчас посмотрим виды, пляж, номера, территорию пробежимся. Уже отсюда видно всем, я думаю, что она зеленая и красивая. Вот так нас встречает лобби. Ну не знаю, друзья, пока мне все нравится, очень даже все. Красиво, ухоженно, чисто. И открывается, похоже, классный панорамный вид на море. Сейчас подойдем поближе. Здесь у нас сразу, где зона ресепшн, есть бар. Ну, это как обычная история. Фотозона с Монте-Карло. И как раз мы идем смотреть территорию. Вот как раз отсюда видно. В очередной раз пожалею, что здесь нету возможности летать на дроне. Я бы сейчас с удовольствием бы полетал и показал бы вам всю территорию. Вот так она выглядит. Я так понимаю, здесь есть различные зоны. Большой вот такой бассейн. Есть еще отдельный. Еще вот здесь есть приватные бассейны. Если видно, да? Так что территория достаточно большая. Разноплановая, с разными категориями номеров и своим пляжем. Напомню, что мы находимся в Хадабе. И здесь в этом плане очень хорошие заходы и рифы. Ну, сейчас все мы еще с вами более детально, внимательно посмотрим. Ну, а пока, друзья, мы идем в номера. Напомню, что я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей России. Соответственно, договор, чек, все как положено. Ниже под видео у меня есть все ссылки на мой сайт. Есть на WhatsApp напрямую. Чтобы получить консультацию, напишите на WhatsApp. Если вам можно самостоятельно посмотреть, если хотите самостоятельно посмотреть туры, вы можете перейти на мой сайт. Там есть туры с перелетом из вашего города, туры без перелета отдельно, отели. Так что, в общем, все как удобно, все представлено. Если возникли вопросы, заявочку на сайте оставляйте или пишите напрямую в WhatsApp. Двигаемся в номера. Итак, друзья, давайте прогуляемся по территории. Сразу сделаю два акцента. Многие у меня спрашивали про этот отель. Я в него продавал туры, но у меня немножко информация была какая-то не до конца понятная. Теперь сейчас проясню. В чем здесь есть нюанс? Здесь на территории Монте-Карло есть два отеля. То есть Монте-Карло Резорт, НСПА, Эндаквапарк, да, и, соответственно, Монте-Карло Ройл. В чем главное отличие? Во-первых, у Ройла свои номера с видом на море, соответственно, своя зона пляжа, Ройл идет 18+, соответственно, у него свои рестораны. В целом же вся территория, она общая, территорией можно пользоваться вместе. На территории есть 5 а-ля-карт ресторанов, все они входят в стоимость, отдельно платить за них не нужно, просто нужно будет заранее записываться. Так что вот это прям основная информация по данному размещению. Сейчас мы с вами все еще пройдемся, посмотрим. Вот такой у нас номер в Монте-Карло. Не Royal, обычный. Большая кровать. Понятно, телевизор, коврик, даже тапочки есть. Два таких кресла и, соответственно, вид на территорию и, соответственно, на море. Так вот можно выйти прямо на лужайку на свою. И, кстати, по поводу Royal, я говорю, вон там, соответственно, все
прямые виды на море находятся корпуса Royal Monte-Carlo. На территории отеля есть пара магазинчиков, мини-маркет даже. Если кто-то что-то забыл прикупить, все можно сделать здесь. Маски, плюшки, майки. Если кто-то хочет делать фотосессии, это вообще распространенная история. Можно всегда прийти и заказать ее. Давайте забежим в ресторан, я вам покажу атмосферу, здесь все готовится. Опять же, кофемашины все есть, если вы про это спрашивали. Здесь все готовится. Еще все в процессе, но я хочу показать вам атмосферу, как здесь все передается. Смотрите, сколько много разнообразных блюд. И вот такая вот приятная атмосфера ресторана. С видом также на территорию. Друзья, слушайте, прогуливаюсь по территории, мне все очень нравится. Все красиво, зелено, уютно. Я вообще пока никаких нарицаний не вижу ни по территории, ни по номерам. Сейчас с вами еще выйдем на пляж, посмотрим номера в Ройале, которые для взрослых. И думаю, станет нам всем все понятно, что за отель. Пока все прекрасно. Так, мы сейчас спускаемся как раз к территории Royal. Здесь вот у нас бассейны как раз находятся и номера. Вот так вот у нас выглядят номера Royal. Они находятся уже, можно сказать, на первой линии здесь, рядом с бассейном. И вот там как раз у нас сразу идет пляж. Ну, соответственно, у нас вот такой есть пул-бар, где можно посидеть, попить напитки. Ну, это обычная уже история, думаю, все знают. И, соответственно, это номер Royal Monte-Carlo. Вот такой вот он здесь уже большой. Ванная комната тоже просторная, вместе прям с ванной. И вот так вот у нас выглядит номер. Большой, просторный, светлый. Как видите, халаты представлены. Это как раз номер для взрослых. То есть это Royal Monte-Carlo. Здесь вот выход есть сразу на свою террасу с видом на море. Как видите, гамачок здесь, шезлонги сразу прошлись. Единственное, на что сделаю акцент, то что здесь номера гарантированно вы не можете получить сразу вот этот или этот. То есть, как вы видите, они двухэтажные и уже по ситуации. То есть, как приедете, так приедете. Мы можем, конечно, написать комментарий, но отель не гарантирует, что вы будете заселены в тот или иной номер как бы гарантированно. Так что... Здесь уже, как говорится, получится. Но я думаю, это не сильно страшно. Комментарии мы всегда пишем, в основном всегда их исполняют. И идем с вами, друзья, на пляж. И вот что, кстати, классно. Хоп, и мы сразу с вами вышли в зону пляжа. Так. Здесь, смотрю, пляжи разные. Есть на скалах, как вы видите. Есть такие беседочки. Ну, я так понял, где-то загорать, можно где-то купаться. Разные форматы. Здесь длинная такая вот береговая линия. Она разноуровневая, мне кажется, это классно. Интересно, что можно и вот так отдохнуть, и вот так, и, соответственно, давайте подойдем. Хороший отель. Не знаю, кто там что говорил, мне нравится территория, я всегда люблю какие-то вот такие разные локации. Когда-то сегодня в одном месте посидел, завтра в другом. Да, здесь мы, конечно, не покупаемся, но зато, как бы, видом мы точно полюбуемся. Вот, например, на таких шезлонгах можно позагорать, здесь можно посидеть. Так, у нас там дальше, я смотрю, есть понтон и, соответственно, есть песчаный заход. Напомню, друзья, что мы находимся в бухте Хадаба. Здесь максимально комфортная погода. Здесь всегда теплее, меньше ветра. Ну, вот сейчас есть чуть-чуть легкий ветерок, но не такой сильный, как, например, на Бэк-Бэй. Так, мы двигаемся в сторону пляжа, где можем зайти. И параллельно вам все показываю локации. Вот в этой части у нас проходят вечерние шоу-программы. Анимационные, развлекательные, музыка и так далее. Кстати, если вам лень ходить или устали, можно всегда воспользоваться вот таким гольф-каром. Вас довезут до пляжа без проблем по вашей просьбе. Ну, обычно это с ресторана, да, с ресепшн. Не хочется идти, вас спокойно довезли. Едем дальше. Так, тут у нас дайвинг-центр даже есть на территории. Ну, это уже классика жанра. Здесь вот тоже такая уютная, приятная территория с разными беседками. Так, я понимаю, походу у нас тут есть небольшой кусочек входа пляжного, а в основном у нас заход здесь понтона. Сейчас мы это уточним. Так, я нашел у нас кусочек песчаной лагуны. Это вот здесь. Она, конечно, небольшая, но вот такой заход более комфортный есть. Все остальное у нас, соответственно, идет с понтоном. Вот здесь у нас... Здесь, конечно, опасненько. Опасненько, да. Здесь, конечно, почему-то забор не поставили. Ну ладно. Вот здесь у нас заход идет с понтона. Не такое далекое расстояние, как вот...
В других бухтах по 200, по 300 метров, достаточно здесь близко. Можно сразу покупаться, есть хороший риф, можно посмотреть рыбок. Так что все нормально. Ну да, не такая большая набережная, песчаная, но купаться можно. Но с детьми, конечно, наверное, постарше надо, потому что ну, с мелкими есть там, в принципе, заходик и там небольшой поплавать. Но в основном, наверное, придется использовать бассейны. Так что отель, да, подойдет как и для взрослого отдыха, так и для семейного отдыха. В целом здесь все для этого подходит. Атмосфера приятная, честно скажу, уютная, спокойная, релакс, так что хороший, достойный отель. Еще раз напомню и резюмируем по отелю, что территорией можно пользоваться обоими, как для взрослых, так и для детей. Соответственно, у нас разница только в том, что есть своя зона пляжа для взрослых, вот мы там были на ней, есть общая зона пляжа. Соответственно, номера у нас на вот этой первой, скажем, береговой линии, это номера Royal. И, соответственно, остальные номера – это уже, соответственно, просто Монте-Карло. Так что вот ответил на ваш вопрос, друзья. А по поводу цен, еще раз напоминаю, переходите ниже под видео, задавайте свои вопросы там на мой прямой WhatsApp. Спасибо, что весь выпуск это были со мной. Спасибо, что подписываетесь. Не забудьте подписаться на мой новостной телеграм-канал. И увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания и блог Георгиев Travel. Пока!